Desert Eagle 10 рублей в день. Ёмки, как сука. Итак, заключительный ролик по Souls Project. Что-то мне неохота уже проходить. Я Skyrim вот начал опять проходить, да, и вообще что-то неохота в последнее время в Souls Project играть или еще во что-то. Так что, наверное, заключительный ролик будет. Вот в прошлой части прохождения я попал в какую-то пещеру, да? Вот. Такие вот колючки тут. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Посмотрим, что тут есть. Короче, главное быстрее бежать, когда вот такие шипы выскакивают. Да. Не знаю, в этой игре вообще есть зомби какие-нибудь или нет. Я лично еще ни одного не видел. Реально какое-то подземелье двумерское, похоже. Ну и по стилистике вообще. Указатель. Дорога странников. Не знаю, что будет в этой пещере. Нехватка сна. Ну тут вроде нормальное место, можно часа три поспать. Качество сна, по идее, нормальное должно быть. Так. Качество сна хорошее, говорит. Качество сна 72%. Ну да, нормально. Поспал. В последней части, насколько я помню, я заблудился, да? Не мог никак найти выход. Ну, точнее, куда дальше идти там по сюжету, по квесту. Вот, забрел в эту пещеру. Так, пустая бутылка, пустая бутылка. У меня есть. Бутылки есть. Тут, походу, база или что-то. А, точка сохранения. Сохранение. Капканы тут. Ну да, в Скайриме что ж такая херня есть, типа капканы стоят. Твою мать. Я ж тут был, да? Только я пришел вот оттуда, с другой стороны. Да, я тут был, я еще меч подобрал, да, только я с той стороны пришел. Вообще охрененно, а я думал, типа, заебись, новый проход какой-то нашел. Ну офигеть теперь. Да, я тут был, я вот только с другой стороны. Это чё, лёд, что ли, тут? Смотрите, я по нему скольжу. Интересно. Да, тут лёд, похоже, только непонятно, откуда он взялся. Интересно, а можно растопить его? Нет, похоже, нельзя, ладно. Ну, пиздец теперь, чё. Угроза истощения.
Так, я опять прервался там ненадолго. Проверял, что-то записывает или нет, потому что иногда вот какая-то фигня бывает, что не записывает какие-то фрагменты. К сожалению. Я хуй знаю, вот и через них нельзя пройти, вот что за... А. Да, вот что за... Вот через них нельзя пройти, то есть... Я не понимаю, это типа тупик игры или что? Вот через них нельзя пройти. Вот как мне быть? Куда мне идти? Какой-то шум странный. И тут я вроде был, кстати. Так. Вот сквозной проход какой-то. Мнение Варс. Разработчики эту хуйню вот сделали на самом деле вот с ориентацией тут очень хреново, потому что я помню, что я вот тут был, да? Но я как бы, ну не знаю, вот эти скалы, они непреодолимы. А моя цель как раз за этими скалами. То есть я не понимаю, куда идти из-за этого. Да, изначально у меня Solus Project было получше мнение, на самом деле. Ну, вроде как я приближаюсь к своей цели, по сути. Вон точка назначения. Опа-на. Чё за землетрясение? Я думал, сейчас на землю упадет что-нибудь. Кстати, у меня еды теперь нету. Да, кстати, я вот съел сухпайок там. В пещере и все. А, вот это же еда, кстати, вот. Бля, долбоеб, зачем ты жёг его? Я съесть хотел. Тварь. Ой-ой-ой. Бля, мать ебал. Случайно спрыгнул. Твою мать. Минус половину хп потерял. Бля, вы ёбнутый, я не хотел спрыгивать. Пиздец. А ну-ка, у меня есть аптечка или что-нибудь такое? А ну-ка, вот целебное средство есть. Так, здоровье улучшено. Да я понял, понял. Пиздец, долбоёбская яма, я даже не заметил ее сразу. Вот, 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 вот тут я где-то был, да? Вот где-то тут я, кажется, игру начинал. Ой, вот в последний раз дошел вот до отсюда, да? И не понял, куда дальше идти. Съедобно. Отлично, еда есть. Опять у меня нехватка сна. О, смотрите, звездопад начался. Ух, ебать. Ох, ебать. Прям на меня летит, смотрите. Ебать. Все. Черт, нехватка сна, какая нехватка сна? Какая нехватка сна, я не пойму, куда мне дальше идти надо. У меня же... У меня же показывалась точка, куда идти, где она? А, вон она у меня внизу где-то в подземелье. Мне куда-то под землю надо.
Ни хрена себе, сначала подумал, что это не статуя, а реально животное какое-то. Ну что ж, хотя бы рассвет. Уже светло стало. Дневник Юрия. Нехватка сна. Ладно, пусть поспит, окей. 4 часа. Во, уже совсем рассвело. Ни хрена себе жарко под солнцем, 63 градуса. Так, факел уберем. Постойте, мне сюда надо, я так понимаю. А ну-ка, давайте попробуем. Не. Вот так лучше факел вниз бросить. Я помню, я в последний раз сюда дошел, но у меня еды или воды не хватало, и мне пришлось идти ее искать, уходить отсюда. Так, сохранение. Сохранимся. А, я вспомнил. Хрупкая стена, можно сломать. Вот я отсюда нашел и не понял, чем ее сломать. Вспомнил. Интересно, я могу какой-нибудь топор сделать? Например. Хрупкая стена, непонятно только, чем ее сломать. Трубы какие-то тут идут. Так, короче, что-то я искал. Насколько я понял, я проебал просто вот то, что мне... То, что мне должно было, да, вот помочь там. Разъебать эту стену. Походу, я вот искал, по сути, тут что-то должно лежать, там, кувалда или что-то такое. Мне кажется, я ее мог подобрать где-то, а потом за ненадобностью выкинуть где-то в другом месте, да, ну, то есть проебано. Вот. Такая херня. Ну ладно, я думаю, что в эту игру играть уже не буду больше. Вот, вот на такой красивой ноте. Думаю, можно подписаться, лайкнуть.